шикарная заруба, защищается Андреас Хёфнер, атакуется проигранной кистью Дмитрия. Шикарная борьба, друзья. Андреас Хёфнер защищается на плечо лучевой. Дима Шемчук давит своим просто атомным боком. Отличный старт от Дмитрия Шемчука. 1-0. Снова у нас интересно, затяжная борьба. Я думаю, что будет разрыв захвата. Главное, чтобы никто из спортсменов не получил фолд. Видим, как упорно борются оба. Шемчука. Умеет он тоже бороться и верхом. Не хочет разрываться и хочет закончить этот поединок. Попробовал Дима верхом. И пошла рука Андреаса. И решил защищаться. Поднимите на правую руку.